И всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик, Настенька и Барашечка. Привет, Барашечка. Всем привет. Настюшка приперлась. Сегодня мы будем строить домик в лесу. Вот у нас лес, мы тут заспавнили, что у нас в сундуке. Я заберу себе топор и одно яблоко. Ну, еще немножко древесины. Настюш, остальное твое. Так, давайте приступим, чтобы мы успели там за 2-3 серии это все сделать. Рубим дерево. Нам нужно очень много дерева, Настюш. Настя. Ага. Ты умеешь делать картины, всякие вот эти там украшения? Ну да. Короче, сегодня будем все это делать. Типа того. Ба-ба-ба. Опять за свое. За свое не репенься. Сейчас ты в репеннике будешь. Скажи, бубу. Нет. Ну скажи. Зачем? Просто мне так нравится, когда ты говоришь. А мне нет. Ну скажи. Последний раз. Это глупо. Последний раз, хорошо, скажи красиво. Как ты умеешь. Нет, сам говори. Ну, давай, Настя. Подписчики, давайте, упрашивайте ее в комментариях. Пусть скажет бу. В конце скажу. Ну скажи сейчас. Чего он добивается? Ну ты обещала в конце видео сказать. Ну, в конце будем сейчас ждать, сначала. Когда она скажет. Бу! Да. Жди. Настюш, многие спрашивают, сколько тебе лет. Я знаю, это часто задаваемый вопрос. Ребят, мне 14 лет, я учусь в 9 классе. Серьезно, 14? Я не знаю, чем вам доказывать. Паспорт показать, свидетельство о рождении. Лет, все. Еще все просят тебя ВКонтакте группу. Ну, твою анкету. Ну, пусть зайдут на мой канал, у меня там на баннере написано. Ты нечаянно стала популярной. Как? Ну, вот так. А-а-а, все ясно. Пропиарил, да? Ага. Спасибо. Я давно хотела сказать, но стеснялась. Стесняйся дальше. Ко мне, короче, еще какой-то чувак ВКонтакте писал. Типа, ты украл у меня превьюшку. Я охренел чуть ли. Что такое? Ну, вот эту картинку на заставке видео. Интро, что ли? Нет, просто картинку. На картинке нету авторского права вообще-то, насколько я знаю. Ну, если кто-нибудь знает, какую что... Какую картинку-то я своровала? Ага. Ты своровала? Чего? Ага. Какую картинку? Да, а, ты у меня? Нет. Я у какого-то там парня. А чем он сможет доказать, что это его картинка? Вообще, кто-нибудь разбирается в авторском праве Ютуба? Можно ли ставить чужие картинки на свой Можно. Канал? Насколько я знаю, это картинки это ничто. Их даже в видео не показывают. Я музыку уже так нарубил. Настюш. Еще такой наглый пишет, говорит, оставьте ссылку на мой канал. Хочет бесплатную рекламу. Все платно? Да, и очень дорогая. Ой, печалька. Моя так, кирка ты, сломалась. Ты где? Черный барашек. На какой-то горе, на пригорке. Ну, ты не пропади, у меня, я сейчас ТП-шца не отключил читы. Вот ТП-шца теперь не можем. А, вот все, я тут, короче. Создам-ка я инструменты. Ой, мне тоже надо в шахту. О, спасибо за дерево. Охренела, ты взяла мое дерево. Спасибо. Все, нет, я... что? Зло ты, а не человек. Че? Ой, у меня же дерева нету, блин. Ты не нарубила шахту. Дерево? Нарубила. Просто... Не было. Все, я поперла. Я пошел шахту рыть. Да, ну что, кто первый добудет алмазы? Возможно. Возможно и нет. Хе-хе-хе. Слабак. Ты что? Че, что? Алмазы не можешь нарубить быстрее меня. Давай. Да я же девочка. Пусть тебе проснется жестокая Настя.
целеустремленная, прям зверь такой, с зубами. Так, где еда, хавчик? Хавчик, хавчик. Хавчик хочу. Барашки, барашки. Ну, я как раз к ним и иду познакомиться поближе. Твоя любовь ждет тебя там. Ага. Барашек. Я люблю барашков. Ты любишь барашков? Они милые. Ну, ты прям как кавказец говоришь. Любит она барашков. Ты кавказец-то. А этих осликов любишь? Нет. Точно? Ну ладно. Ну что ты намекаешь? Забудем. Все плохое. Заразка ты мелкая. Сам такой. Какой-то белый материал нашел. Кстати, всем не нравится мой... текстурпак. А мне он так понравился. У всех разные вкусы, чувак. Ну да. Не, ну скоро я собираюсь его поменять. Ой, я железо нашел. Скоро. У меня текстурпаков много. Это ни хрена не железо, а что за хрень? А, да, железо. Точно. Да, железо. Заткнись. Знаешь, как Дима говорил? Я с тобой обожаю снимать, ты всегда говоришь заткнись. Прикольно. Я еще сам подумал, что я так часто это говорю, что ли? Ну да. Заткнись. Ладно. Горячая. Хрень, мне даже понравилось. Так, что-то я хотел пожарить. А, хавчик. Что, тебе понравилось, что ты горячая штучка? Кто горячая штучка? Я? Ты. Какого перепуга я горячая штучка? У тебя такое достижение выполнено. Да, а, понятно. Я думал, ты издеваешься. Угу. Шах! Я тебя убью! Я тебя убью! Если ты впервые меня найдешь шахту. Я уж нашла ее. Так, я вообще барашков ищу. Мне нужен еще один барашек, чтобы... с ними поближе. Спасибо. Так, вот сколько тут стадо баранов. Я люблю баранов. Всё, вся жертва моя. Ребята, она такая жестокая стала в последнее время. Походу, я на нее плохо влияю. Блин. А, нет. О, уголь. Мне тоже не помешал бы. Я шахту нашла, мне норм. Железная руда это оказывается. Тьфу. Я слышу лаву. Может лавовый дом замутить? В лесу. Настюшка. Угу. Как считаешь? Не знаю. Ну ты же умная девочка, скажи. Не знаю. Бу-бу. Скажи бу. Ага. В конце видео? Ну ладно, буду ждать конца видео, пока ты скажешь бу. Я много железа нашла. И теперь я его съем. Вафанк. Кто? Вафанк. Я даже уголь не нашел, только немножко железа. Я все нашла. Я сейчас спрячусь только... если меня не найдут. Куй железо, пока горячо. Ой, у меня сейчас тоже это будет, чувак. Удивил меня. Ладно. У тебя сколько железа-то? Не знаю, 8-10 штук. На 11. Фу, слабак. Я знаешь, сколько факелов? А, нет, мало. Ой, я железный меч сделал. Молодец, я сейчас тоже все сделаю. Так, у меня же печка есть. У меня же уголь есть еще. Надо ждать, пока переплавится. Я тоже немножко угля наделаю, но я из древесины делаю, так как жить боль. Чего? Жизнь боль, говорю. Чего? Такая непонятливая.
Настюшка. Что? Настенька. Ай. Ты любишь моих подписчиков? Твоих нет, своих да. Не... Ну ладно. Ну, ну люблю, люблю некоторых. Вот, вот именно. Кто нормально относится ко мне. А, кстати, про тебя тоже плохие комментарии даже писали. Я знаю. Это в, на... это в начале писали. Сейчас нет. Вот злые, да? Не пишите плохих комментариев про Настю. Она обижается. Угу. Ой! Ой! Настюшка, Хрюшка! Я нашел шахту. Молодец, я тоже нашла. Просто ее не обследовала. Я сразу железо взяла и все. Настюшка, шприцушка. Опять за своя. Ага. И это нравится просто. Все, я больше. Тут очень много железа. Ой. Кстати, потом выход из шахты не потеряй. У нас тут точки спауна нету. Общий. Угу. Иначе придется умирать, чтобы сюда добраться. А, я что-то нашел. Я не знаю, что это за. А это уголь такой, что ли? Нифига себе. А я грибы нашел. Такой красивый уголь. Он похож на шоколадные конфеты. Ага. Большие такие шоколадные конфеты. Когда утро? Ну когда? Днем. О, тут так много лавы. Да ладно. Серьезно, что ли? Ой, зомби-человек, привет. Можно с вами посражаться? Они такие добрые, такие милые. Так, хотят познакомиться. Что мне сделать-то? А, кирку сделать. А скелет вообще самый добрый из всех. Он стреляет меня волшебными стрелами. Сволочь, скотина такая. Я его убил. Я тут сражался с злым скелетом. Поздравляю. Он хотел меня убить, Настя. Угу. Но я ему не дал это сделать. Так, будем копать. Так, железка, иди сюда. У меня так много железа уже. Прям миллиарды тонн. Гордись до пенсии. Гордись до пенсии, шутки за 300. Грибы какие-то странные, на цветы похожи. Хотя, может, это и есть цветы. Так, мне как бы не потерять точку входа, поэтому я не буду глубоко углубляться в шахту, а просто добуду железо, все, что здесь есть, сделаю себе броню. Ну, у нас победит тот, кто добудет первым алмазы. Чувак, так что давай, шевели своими, как Настюшкиными булками. Настя, ты добыла алмазы? Настя, что она замолчала, охренела что ли? Наверное, родители пришли, как обычно. Вечно у нее родители приходят, и она затыкается. Они ругают то, что она играет в Майнкрафт, наверное. Кстати, дорогие друзья, вас ругают за то, что вы играете в Майнкрафт? Ну, родители там. Или еще кто-нибудь, жена, дети. Напишите ответ в комментариях. Это что за... Еще одна шахта. Интересно. Что? Только железо. Ты куда пропала?
Да, мне осталось полчаса играть. Ой, бедняжка. Ее родители ругают за то, что она играет в Майнкрафт. Как можно Да, ругать так за у меня такую? завтра школа. Завтра Коля. И хорошо, что я отучился. Никаких проблем, да. Ну да. Ты что за хрень? Еще. Возможно, там есть алмазы. Да, я отходила, я ничего даже не вскопала, кроме угля. Кого ты там скопала? Ничего не вскопала. А чё так? Потому что отходила. Молодец. Поэтому я сейчас выиграю. Естественно. Естественно, Как же без тебя? естественно. Как же без тебя-то? Как забить меня? Какая-то жестокая стала в последнее время. Вырубать бы тебе волосы. Я тебя еще вырву. Твои... У тебя длинный волос? Да нет. Тебя за косички дергают? Нет. Кстати, а в школе знаешь, что ты с трубоежиком играешь? Одна девочка только знает. А остальным ты что не говоришь? Нет. Почему? Ну, сказала, что типа я снимаюсь с трубоежиком. Это можешь посмотреть меня, типа. Ну, она и посмотрела. Она мне еще ВКонтакте кто-то добавлялся. Я типа друг Насти. Чё? Ну я Кто? Как ее зовут? не знаю, я не запомнил. Ну, девочка какая-то. Ну, знаешь, могут врать люди. Друг Тем более, Насти. если подруга, скинешь, мы бы были все. С какого города не видел? Да я не запомнил ничего. Я даже не поверил. Да не верю. Не верю. Снимай лучше со мной, а не с Настей там что-то писал. Не любит тебя Чё не твои спишь? друзья. Я знаю, это мои друзья или нет. Я что-то нашел. А, это красная пыль. Смотрите, какая красивая. Знаешь, на что похожа красная пыль в этом текстурпаке? На Ну что? такие, не знаю, лазер. Я не знаю, что это вообще. Красиво очень. Ну посмотришь. Очень. Ну мне Ты очень не очень. понравилось. Блин, да бесит меня этот гравий. Слушай. Я что-то нашел, только я не вряд ли это алмазы. О, алмазы! Поздравляю, просто я отходила. И вот почему. Молодец. Ничего не нашла. Они такие странные тут. О-о-о-о. Ну, в инвентаре они красивые такие алмазики, блин. Красота. Горди до беси. Больной, что ли? Больный, что ли? Хи-хи-хи-хи, смеется, ты че хватит ржать? Ты взрослый мужик или кто? Я не мужик. Вот именно, ты не мужик. Ржет тут, блин. Баба. Ой, я золото нашла. Ну хоть что-то. Это так ходит, бесполезняшка. Это же не может простые алмазики найти. Сейчас я, Значит, короче, буду плавить алмазы. ты ждут мастер алмазов. Сколько золота много? Так оно мне не нужно, нифига. Хуже железа. Это золото. Я сейчас буду плавить все свое. О, уголь. Сколько нашел? Чё? Алмазов? Алмазов. 4 штуки. Просто бывает зарождение такое большое. Алмазов 9-8. Бывает, но у меня такого не было. Меня бывало. Потому что ты читер. Нет. Настя, читер, Настя, читер, Настя, читер. Нет. Сейчас я сделаю себе алмазную кирку. Ту-дум! У меня Да ну столько как кирок ты? в инвентаре. Алмазная кирка, это фу. Так, а каком я глубине? Где X? Y, Z. Как, А, кстати, на 6-й. пролетите?
Здесь надо копать. Я алмазы нашла. Ты? Нет. Ты не нашла алмазы? Нет. Или нашла? Ищу. Фу. Я-то думал, уже нашла. Обрадовался. Спугался. Хотел поздравить. Все. Настюшка, обманушка. Не, ну, в принципе, я нашел алмазы. Можем заканчивать серию. А, ну давай закончим, когда выйдем. Ты тоже сейчас найдешь алмазы? Окей? Смотри, сколько я их буду искать. Скажи, окей. 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 Или как ты это говоришь? Го! Во, го! Го это, типа... Твое фирменное. Типа, поехали. Нет. Типа, давай. Давай. Типа, го. Го. Мне нравится, как ты говоришь го. А, нет. Блин, алмазы нашла. Нет. Нет? Казалось. Чего мне так долго железо плавится? Вообще офигел. Кто? Ты? Железо, блин. 3 года плавится уже. Ну ладно, тоже из того, что наплавилось, я сейчас сделаю себе броню. Я алмаз нашла, все. Умничка. Подожди только. Я у бедрока копаю. На бедроке прямо. Ты бедрок подожди. Нашла, может? Я около бедрока копаю просто. Сейчас. Железная броня такая пробраться. Красивая. Мне бы пробраться до них. Они спрятаны. А, все, я пробралась до них. Сейчас будет. Смотри. Смотрите, какой я теперь. Почему нет у меня достижения? Потому что я первым его заработал. Я 4 алмаза нашла. Умничка. Знаю. У меня инвентарь полон всем. Поехали наружу. Настюша. Ой, сейчас. Поднимайся, мы закончим видео, как поднимемся. И ты скажешь свое фирменное бу. Окей? Не фирменное. Как договаривались. Все ждут. У меня тоже 4 алмаза. Ну, пошли, мы победители. Жизнь. Сейчас, еще 5 сек. Да подымайся, я уже почти вышел. Подымайся, а шо ты как это? Шо ты как это? Давай быстрее, шевелись. Шо ты как это? Как их называют, таких этих-то чуваков? Украинцев. Как называют этих чуваков? Украинцы. Забыла. Украинцы. Украинцы. Кстати, у меня в подписчиках есть украинцы? Напишите комментарии. У меня вот есть в подписчиках украинцы. Ну, кто ты знаешь? Еще есть молдавцы. Я смотрела. Можно посмотреть. Молдавцы. Фу. И молдаване вообще-то, а не молдавцы. Ты не умеешь произносить. Го, а только умеет говорить она. Почему у меня не работает эта хрень? Какая? Так, вон еще железо вижу, ну ладно, забью на него. В принципе. Ты читы же не включил. Ну да. Слышь. Я пробую. Ну я близко копала, я близко копала. Рядом. Ну, давай выбирайся быстрее. Где ты? Я где выбралась. Где? Ищу я. Иди я туда, где сундук был. Я там. Я помню, где они, по-моему, тут было где-то. Потеряшка, не валяшка. Ну, я близко была, я просто забыла, где вообще. Забывашка. Вот. Сразу видно по криво срубленному дереву, что здесь была Настя. Сейчас поем. Я вот тут увидел грибок, подумал, что это ты. Я так похожа на него, да? Вот, вот это так. Настя. Сразу понял, что это я. Так, ищу я. Ну ты можешь умереть. Ведь... Фига. Чтобы появиться на спауне. Сейчас. Ой, тут лава течет, прикольно. Ой, у меня Лилась, блин. Хрен пойми, куда она пропала, да?
Я ей говорю, далеко не отходи. Я далеко не отходила, я рядом была. Я даже твою шахту не нашел. Какой рядом? Это что была другая шахта. Я недалеко копала. Ну и где тогда ты? А вот это кто такой? Стой-ка, иди назад. О, все, наконец. О! Пошли за мной. Блин, подожди, поем. Фаес, ну смотрите, у нее только черепушка, а я уже полностью в броне. У меня просто железо не успело переплавить. У меня, знаешь, его сколько? Много. А я успел переплавить. 14. Я так железо переплавил. Тут дерево выросло. Я искала алмазы. Смотри, вот. Давай, докажу сюда всем, что у меня есть алмазы. Как ты докажешь? Ну, давай, возьми в ручку. Вот, да. Вот алмазная кирка. На, держи. Да, не надо мне. Будем засорять твой инвентарь. Хочешь, алмазик дам? Нет. Настюш, на, держи, тебе подарочек. Пять алмазов. Алмазик взяла. А мне ничего не осталось. Дайте кремень. Зачем мне это уродство? Я лучше красную пыль. Ладно, вот всем спасибо, дорогие друзья. На этом заканчивается первая серия. Во второй серии мы приступим к строительству непосредственно самого домика. А так, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбоёжик и Настенька. Всем пока. И твое фирменное, которое все ждали. Громко Бу. Только. Бу. Не, не так, ты обычно по-другому. Давай. Бу. 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 Я не знаю. Вот так. Я не помню. Давай. Как? Бу. Бу. И всем пока-пока. Можно убить тебя? Печень по голове. Нельзя. Эй. Бу. Она ударила меня печкой.